Продолжаемая промоутерская компания TechRam FC совместно с бойцовским клубом Ермак представляет вам трехраундовый бой в легчайшем весе. В синий угол добро пожаловать, боец из Ростова-на-Дону. Встречайте, Арсений Петров! Просвистела в грудь, попала мне, и спасусь ли я на лихом коне, но шашкою меня комиссар достал, истекая кровью на коня я пал. Красный угол ринга. Добро пожаловать, боец из Краснодара. Встречайте, Гога Шаматова! Он представляет бойцовский клуб «Ермак». Его наставник Константин Штабной. Хочешь знать, как его зовут? Гога Шаматова! Я буду биться до конца, ты знаешь. Смотри в глаза, мы в паре, бой решает. Расставим точки над «и». Клуб «Ермак», мое знамя, моя семья. Мой камень, сын, это сталь, моя крепость, знамя. Готовьте носы, пил, пью, буду пить. Еще пойми, моя жизнь, море. Наши люди, мой символ, кровь есть. И ни шагу назад, ни шагу назад, ни шагу назад. Твою без прав, моя жизнь. Сколько дней готовился к битве этой, но мой настрой нельзя остановить. Я этому предан, удары глупую готов. Лови моих атак, моя школа, мой дом. В вашей жизни был Ермак, нас много. Один за всех турнир сделал нас преданными. Мы не отступим, лишь ринг итог победы. И я этому предан, твою без прав, мой сын. Клуб «Ермак», моя семья, мой сын. Но снова круши. Клуб «Ермак», 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 клуб «Ермак». Итак, знакомьтесь с соперниками. В синем углу ринга бойцу 21 год, рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Его профессиональный рекорд: 4 боя, 3 победы, 1 поражение. Победитель турнира Plot Selection, Москва. Из Ростова-на-Дону приветствуйте, Арсений Петров! А вот его соперник в красном углу. Бойцу 23 года, рост 168 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Профессиональный рекорд 5 боев, 2 победы, 3 поражения.
Серебряный призер Кубка мира по ММА, бронзовый призер Кубка мира по тайскому боксу и победитель Гран-при Кубка Черного моря, представляющий бойцовский клуб «Ермак» Краснодар. Приветствуйте Гога Шаматова! Рефери поединка Ашот Ашугя. Бойцы на середину. Внимательно слушаем все команды. После команды стоп не работаем, канаты не держим, локти в голову не работаем, колени в голову только в стойке, затылок, позвоночник не бьем. Все действия по правилам. Пожали руки. Удачи обоим по углам. Ну, по заявленному, да. Дмитрий, уж позвольте, достаточно ровная пара. Вот, Шаматова, я знаю, немного побольше. Почему? Потому что у него сильно неподарочные бои были, особенно если брать, наверное, три крайних. Очень все там